Итак, вы когда-нибудь смотрели какие-то видео по банихопу, где люди пытаются выпендриться своим низким скиллом, и вы как бы тоже хотите делать так же? Что ж, это является причиной, почему мы пришли в это ебаное место, и мы будем, блять, учиться, как делать это дерьмо и стать самым охуенным бэкхопером в мире. В общем, первая вещь, которую мы хотим научиться, это как делать аэрстрейфы. Это очень важно, потому что это единственная штука, которая позволит вам набирать скорость. Поэтому, чтобы это сделать, вы берете несколько ваших пальцев, жмякаете их на А или Д кнопки на клавиатуре и швыряете нахуй вашу ебаную мышь в любом направлении одновременно. Как вы можете видеть, это на самом деле сука работает, мы наращиваем ебаную скорость. Ладно, теперь, когда мы научились аэрстрейфингу, что ж, мне есть еще кое-что сказать. Вы видели всех этих детей, которые, вы знаете, пытаются делать плавно и медленно, как они говорят, вы должны почувствовать, ощутить банихоп. Какое это дерьмо, мы сравнимся за грант или типа того? Я хочу увидеть настоящее человеческое прохождение. Чтобы проходить как настоящий человек, вы должны взять ваши кнопки передвижения, нажимать их так сильно, как только можете. Просто изнасилуйте вашу клавиатуру. Это единственный способ, с помощью которого вы сможете достичь кнопочного совершенства. И то же самое с движением мышью. Возьмите вашу мышь и выбросьте ее из окна. Как мне, блин, без разницы, просто сделайте это, блядь. Вы знаете, что самое главное, это ебаная скорость. Это не про аккуратность и точность. Вы знаете этих молокососов, которые делают эти ебаные 9 стрейфов в лонгджампах, хвастаются этим и остальное дерьмо. Если вы посмотрите на ебаный таз, то вы увидите, что они, блядь, делают 20 стрейфов, это то, к чему мы стремимся. Это наша самая важная цель, и то же самое с движением мыши. Тут нету ебаных плавных движений, тут есть только ебаное совершенство, и это то, к чему мы должны стремиться, потому что как вы сможете стать быстрым, пока не станете быстрым в реальном времени? Нахуй это говно ебучее медленное движение мышью, это никогда не работает. Спасибо за то, что прослушали мое доброе сообщение. Ладно, наконец, последний ебучий шаг в обучении, как надо бэкхопить. Я имею в виду полное мастерство в ебучем аэрстрейфе, это самая тяжелая часть. Мы знаем, как надо двигать наши мышки, типа как мы на тестовом уровне прямо сейчас. Мы готовы соревноваться против других задниц, поэтому... Последняя вещь, которую вы должны научиться, это как правильно тайминговать ваши прыжки. Поэтому, окей, вы берете вашу мышь, вы видите ебаное колесико на ней, и вы прокручиваете это дерьмо. Что это? В смысле, ча? Нет. Я хочу, чтобы вы прямо сейчас, взяли вашу руку, да, просто положили ее на пробел, осторожно. Просто осторожно положили ее, да, таким образом, просто, нажмите на нее, осторожно, типа, нажмите. О, да, это тот звук, который я хочу слышать, да. Это единственный чистый и правильный способ прыжка. Нужно всего лишь один раз нажать, и это единственное, что, что-то значит. Это где весь скилл бэкхопа, и это на самом деле именно так, как делают также все тасы. Что ж, надеюсь, этот туториал помог вам стать профессиональным банихопером, таким как я, естественно. Спасибо за просмотр и увидимся в следующий раз.